Здорово, мошенники, с тобой я, Дима, и сегодня за место Кирилла я буду проходить за... А вот нихера, нихера подобного, с вами я, Кирилл. Ну что ж, здорово всем. Тебе, Димыч, и тебе, Пашенди. И хочу я сделать одно небольшое такое замечание. Замечание Димыча. Какого хера ты не пришел ко мне сегодня домой, как обещал в 9:00? Ладно. Димочка, очень я на тебя обиделся. Я, конечно, понимаю, что обижаются только в детском садике, но я на тебя обиделся. Ты обещал, сука, прийти, собака такая, в 9 часов. И ты не пришел, я тебя жду. В окно смотрю, позорную трубу, тебя нет. И, разумеется, из-за этого я буду записывать прохождение GTA 5 без тебя. Как ты помнишь, в прошлой части, которая, кстати говоря, не удалась, ты пытался записать прохождение, но у тебя что-то там не вышло, и поэтому я буду тебе помогать сегодня. И очередная миссия у нас сегодня идет под Франклином, короче, мальчик под Франклином. Так. И у нас в прошлой части нам за Майкла позвонил Дэйв. В общем, Дэйв это какой-то там следователь, кто там это есть, я честно не помню. Он, в общем, позвонил, но мы за него миссии будем проходить позже. Дэйв это знакомый Майкла, который там каким-то делам там, по-моему, должен был выручить или что-то типа того. А теперь у нас миссии за Франклина и миссия под Лестером, потому что Лестер знает Франклина с того ограбления ювелирного, и у него есть к нему какое-то дело, и давай мы к нему туда поедем, так сказать. В прошлой серии, как мы помним. А это, кстати, уже 17-я серия. У меня есть вебка. Да, у меня есть вебка. Вот, как вы видите, уже все есть. Так что все норм. Так, сегодня я пока что никаких шуток не планирую делать. Блин, опять Димыч инверсию включил. Мне ж так неудобно. Мне ж так неудобно, Димыч. Нахрена ты инверсию-то включил? Аудио. Так. Это клавиатура мышь. Все. О, отлично, все. Все, едем на миссию Лестера. Так, давай отметим, где он там есть. Одну миссию под Лестером, другую миссию под Майклом. Сегодня мы пройдем. И все. На этом. В тесном мире, да? И что-то там Димыч интересно не мог-то пройти. Вроде все должно быть легко, но тем не менее, ладно. Ну, я надеялся, что ты сегодня придешь, но, к сожалению, ты не пришел, и я поэтому прохожу сегодня за тебя. За тебя. На воре. Ха. Нажмите R, чтобы сфокусировать камеру на воре. Сука, там вор, стоять, сука, давай сумочку, бедной женщине. Так, где он есть-то? Давай, стоять! Стоять, сказал! Вор херов, блин! Сейчас тебя передавлю нахер! Давай! Отдавай сумочку, суки! Сученька ты моя! Все, давай вернем владелице этой сумочки. Эту сумочку. И получим вознаграждение. Да, вот GTA 5 появляется, кстати говоря. В отличие от прошлых частей... Не из этого района. В отличие от прошлых частей, мы можем тут выручать, короче, разных людей выручать, то есть ловить преступников в какой-то мере, то есть, да, там, ворованные сумочки там возвращать. Такого не было в GTA 4, в GTA 3 и прочие, в San Andreas, там, все остальные, которые существуют. Так что Rockstar... Конечно, сделали преступных персонажей в GTA 5, но все равно они могут помогать людям, так и так. Так что
хоть частичка добра в них да есть. Так что вот такие вот дела. Такие вот делишки у нас сегодня. Ну, а мы отправляемся. Сука, ты тупая, что ж ты делаешь-то? Не видишь, я еду. На миссию Лестера. На миссию Лестера. Кстати, не перепутайте его с Ламаром, потому что у Ламара тоже буква L зеленая и все такое. Ай. Останавливайся, давай. И смотрим, собственно, что за миссия. Все. Это же у нас ролик, во время которого я умолкаю. Ну и как Куплинов, наверное, я прочту, наверное, этот. Диалоги, если я успею, конечно. Потому что Димыч это, наоборот, одобрит. Да, Димыч? Все, давай я читаю, короче, что там произошло. Так, миссия у нас называется... Так. Как она называется-то? Вот и Лестер сам идет. Убийство отель. Ну, в чем дело? Садись и смотри прямо. У меня мало времени. Я знаю, что тебе нужны деньги. Майкл говорил, что... О, Life Invader. Черт, так это ваша работа? Смотри вперед. Мы не знакомы, просто болтаем. И сделай вид, что тебе нравится Джейк Норрис. Ох, я не знаю, что кореш. Да этот парень использовал детский труд. Хищал и продавал личную информацию. Кроме того, он воровал идеи у своих друзей. И при этом строил от тебя миссию. Я не думаю, что этот чувак заслужил, чтобы его долбанную башку разнесли в прямом эфире. Но вот ты принадлежишь к моральному большинству. Неудивительно, что мир в таком дерьме, если даже наемный бандит начинает крошить из тебя, когда ему предлагают заняться бандитской же работой, при том ради благой цели. Нет, ты послушай, кореш. Мне нравится засеть головы всяким долбанным придуркам, не меньше любому чистому мудаку. Я не считаю себя это добрым делом. А почему нет? Это ведь даже не головы. Это головы мудаков, не только головы. Еще мы не бьем и деформируем. Подделываем улики, словом, делаем все, чтобы испортить жизнь этим скотам, знаешь. Мы изменим рынок под себя, заодно исправим парочку несправедливых. Черт, ладно. Тогда ты слышал о Моллис? Еще бы. Так вот, есть новые Моллис, Супер Моллис. Они называют Приаполы, от них в живых случается трупная конь. Чего? Черт, чего они несут какую-то херобору? Я вообще не понимаю, что это читать. Не, я не буду. Это слишком быстро, понимаешь, я... Это слишком быстро, чувак. Хочешь, сами там в субтитрах пошли читай, я не могу. Я не могу такой быстрый текст, я читать не могу просто, понимаешь. Consider using a sniper rifle or sticky bombs, you know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Хоть нужно кого-то, как я понимаю, застрелить из снайперской винтовки, и давай посмотрим, что там у нас с этой биржи-то. Я так и не пойму. Сейчас где там интернет? Есть предложение, жду на пирсе. Это есть Лестер. Is this your idea of low profile? Так, сохраненный интернет. Деньги и услуги. Вот. Биржа. Что у нас есть там? В данный момент биржа закрыта на обслуживание. Блин, а почему закрыто-то? Мы же можем на ней немало подзаработать, так сказать. Да и вложить тоже. Если мы Лестера можем ударить. Я думал, нельзя, тут же все это самое. Ну ладно, с нами отсюда же начали. Я думал, тут нельзя ударить своих друзей, оказывается, можно, прикинь. Офигеть, да? Он засал, короче, ушел от нас. Ну да. Не, я думал, тут реально нельзя ударить, а тут, оказывается, можно. Я помню, тут нельзя стрельнуть, ударить тут, наверное, можно, да? Взял Лестера, ударил я. Ну ладно. Это за то, что он всякий бред нес, который я вообще не понимаю ни каждого единого его слова. Так, ладно, давай, едем на миссию, собственно говоря. Посмотрим, что там у нас будет. Кого нужно там убить, застрелить, покрамшать и всякое прочее херня. Так. Давай, поворачивай.
сейчас будет вообще скорость запредельная просто, сука, запредельная скорость. Пропустили. Пропустили мы, короче, поворотик один. Сейчас поедем на него. Что, куда ехать-то? Что-то я так и не пойму. Тут какие-то странные вообще повороты. Вот опять. Вот что делать-то? Куда ехать? Они постоянно меняются, реально. Все время. Вот. Так, куда дальше? Также мне нравится этот звук машины. Франклина вообще офигенный. Как я понимаю, это какой-то гараж, что ли, да? Короче, приехали мы. Одним словом. Тут кое-что будет происходить. Вот эти прибыли охранники, чтобы вывести цель. Цель скоро выйдет. Ну, как я понимаю, просто из снайперки нужно цель, короче, уничтожить. Быстро придумайте план нападения и найдите удобную позицию, откуда открывается вид на отель. Ну, давай. Чё тут Димыч пройти не смог? Ликвидируйте цель. Твою мать, а где винтовка-то? Винтовка-то снайперская, где? О, как же мы без винтовки-то? О, твою ж мать-то, а? И этого у нас ноль. Франклин, о чем ты думал? Когда зашел на эту миссию? Ну ладно, у нас зато УЗИшки. В принципе, нормальное количество. Так, до выхода цели. Эта миссия мне чем-то напоминает миссию, которая была в GTA 3, где нужно было убить Сальвадора. Там тоже шла миссия, определенное время шло до его выхода. И нужно было его убить. То же самое и здесь, похоже, такая миссия, в принципе. В своем-то, в принципе. И когда выйдет цель, нужно просто, короче, ее убить, да, а потом уехать, как я понимаю, правильно? И что же ты тут, Димыч, ты не смог-то пройти, я так и не понимаю. Ты, наверное, бежал, наверное, туда, вперед, да? Тут-то нужно по стелсу все сделать, да? Разойдитесь, освободите проезд. Ты, видимо, такая прям вообще знаменитая персона, что так прям. Разойдитесь, освободите проезд, прям, да, вообще все. Так, давай мы преувеличим чуть-чуть. Давай, выходи. Кого убивать-то из них? Что-то еще не. Еще ночь такая странная, вообще ни хера ничего не видно. Ну выходи, что там унитазе что ли смылся, я не пойму. Давай. Выходит. Так, где? Вот на карте можно. Вот он. Вон он. Давай. Действительно сложная миссия, реально. В раз убили. Но я-то не сдаюсь, правильно, я-то не сдаюсь, правильно. Да и самое обидное, что опять нужно ждать, короче, до выхода этой цели. Короче, как я понимаю, она будет выходить вон оттуда, да? Так, тогда давайте сделаем, короче, вот так. Как я так всегда люблю делать. Вглядимся, блин, куда нам стрелять, сука, то я вообще нихера не вижу. Так, ладно, я пока наушники сниму, и когда я стрельну, короче, я их обратно надену, после них у них неудобно. Смотрим. Сейчас, погоди, мальчик, пока там будет выходить, я пока это... Let's move it out, people! We need this area cleared! Я пока отдохну, ты не против? Я пока отдохну, но в кроватке ты не против, мальчик? Сейчас будет. Так, стреляем. Где? Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving. Почему оттуда-то? Почему?
почему оттуда-то, я что-то не пойму. Подожди. Давай, ты нагинайся, блин. Сраные, блин, херы, блин. Уйдите нахер отсюда. Ты давай пригинайся, ты сука. Да чё ж ты такой тюлень-то, а? Сука, что ли, я не пойму, что ты делаешь? Так, ладно. Так, попытка номер три. Сейчас попробуем еще раз. Давай, сейчас мы тебя подобьем, твои крылышки поджарим-то. Где ты есть? Выходи, скотобаза, выходи. Убили? Молодцы. Отсюда, просто уходим нахер просто отсюда, понимаете? Пока нас никто не спалил, мы просто отсюда уходим. Элементарно уходим. И нагребаем звезды. А, ладно, одну звезду нагребаем. Да, и мне вопрос, как отсюда выйти? А, вот. Нашли выход из любой ситуации. Так, быстренько сматываемся от копов, пока нас тут не появилось. Не прилетело, так сказать. Давай, 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 давай. Ну чё, всё? Всё, да? Всё? Да, в розовом был, походу, этот трансвестит, или кто там это был, вообще не пойму. Ну все, ушел я. Че, убирай. Блин. Че так долго-то? От одной звезды, что ли, так долго время проходит? GTA 4-то вообще это нормально было обустроено, чтобы уйти. Все. Выполнено. Выполнено. Подтвердите. Ну что ж, пошли в миссию за Франклина. Да, была миссия довольно сложная. Я два раза, короче, проиграл. Да, но не лучше Димыча. Не лучше. Да? Звоним Лестеру, говорим, что все сделано. Hey, it's done. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. Ну и? And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh shit! Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Ну, короче, вот такие вот дела. У нас очередная миссия под Лестером. И теперь мы вскоре сможем проходить миссии под телефончиком, как, собственно, это было и в GTA Vice City, в GTA Liberty City Stories такая херня была. Что можно было проходить миссии под телефончиком. И в GTA 4 такое было. И в GTA 5 тоже такое, собственно, есть. Ладно, давайте, наверное, сохранимся, наверное, после первой миссии. Сохранение. Так, куда сохранимся? Так, стрельба по мишеням, да. Все. И теперь переключаемся за Майкла. И под ним тоже будет довольно интересная миссия. Которую, надеюсь, мы пройдем, собственно говоря. Че там, развлекаешься с женой? Постельки? Как я угадал? Как я угадал? Я вообще мистер очевидность. Я мистер очевидность, да? Ух, где там у меня снайперская винтовка? Сука, я хотел на жопу посмотреть. Я хотел посмотреть на жопу. Ладно, спи. А чё это вы в одежде-то пёхаетесь? Надо без одежды, куда это? Ну ладно, все, не будем отвлекаться, собственно говоря. Это что, Аманда, что ли, да? Ладно, давайте выпьем нашего любимого сачку. Майклсковского сачку. Пополним здоровьице. И отправляемся на миссию. Так, посмотрим, под кем у нас миссия. Да блин, ну не на улице. Ладно, все, давай, отправляемся уже.
Так, Б. Б это у нас ФБР. Ну и отправляемся на эту миссию под ФБР. Потому что побочных миссий, у нас пока что нету. И отправляемся на миссию ФБР. Так, берем тачку. Так. Да, мне довольно интересно, что же у нас будет. В принципе, не очень далеко находится. Да, Дима, зря ты не пришел. Сейчас бы ты миссию прошел бы, я бы тебе показал, как ты прошел бы, я прошел бы миссию. И такой у нас, так сказать, кооперативчик бы получился бы, да? Но не знаю, с каких херов ты не пришел, ты ведь обещал. Все вы, блин, понаобещайте и нихера ничего не делайте, блин, реально. Что отец мой обещает, постоянно ничего не делает, что ты пообещаешь. Что Пашок, блин, то же самое. Пашок вообще даже трубку не берет. Он даже не обещает, он даже не... пообещать-то ничего толком не может, потому что он трубку не может взять, прежде чем что-то обещать. Так что вот такие вот дела. Ну ладно, сейчас не об этом. Этот ФБР, короче, у него есть знаком один из ФБР, который его прикрыл. Трейси звонит. Hey, Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Never after that boat thing. Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity. You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Как ты, сучка, с отцом разговариваешь? Он тебя воспитывал, он тебя, блин. Как это называется? Вынашивал, блин, тебя, а ты еще вот так и говоришь на него. Тебе надо ремешком по-хорошему отстегать. Ну, в общем-то, она обиделась за ту историю со стыдом или славой, с этим чуваком. Ну и, короче, понеслось у нее опять. Второй раз. Ну, по крайней мере, только с ней. Пока что Джимми и жена Майкла, Аманда, походу, его так чуть простили, а вот Трейси на него еще больше обозлилась. К сожалению. Ну, такие вот дела. Так, нам куда? Сюда надо идти? Нет. Сюда. Странное довольно место для миссии. Точнее, не странное, это даже такое прям интересное, да? Какой-то храм стоит или что это такое. Давай. Текст. Опять же, диалоги я читать не буду. По крайней мере, в GTA 5. Потому что... Ну реально, там и так быстро говорить, я не успеваю вообще. Я даже ору не так быстро, как они говорят. Так, что-то мы тут далеко как-то собрались. Куда ж ты так падаешь-то? Надо кувырочек делать, а ты... Сразу видно, каша не ел в детстве. Ладно. У нас миссия. Вот он наш Дэйв из ФБР. И... Посмотрим, какая это миссия. Как она называется? Смертник. Довольно странно. Угрожающий. Я чуть-чуть, ты не против? Дэйв, серьезно, ты имагинируешь вещи. Сам иди. Я сделал это. Арестуй. We haven't really talked about anything either. But if not when, he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well... And we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov.
The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I going to get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Ты что делаешь, собака? За что? За что ты его убил-то? Чё, херел что ли? Ты чё делаешь? Ты чё? А, это, наверное, часть плана какого-то, да? По убийству того чувака, как я понимаю, правильно? Правильно, The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut. Still in his wrapper. Что вы делаете? Что это такое? Что вы делаете? Вы клоуны. Камера можно. Чем-то за Элвизин напоминает. За Элвизин прибила. Где мы есть-то? Убери свои руки, трансвеститские. Пес сраный. Fresh is different. The ones you've seen have been on the shelf for a week. You can still smell this guy's breakfast. Что вы сейчас со мной делаете? За что мне Дэйв вырубил? Вообще-то нужно найти какого-то чувака под фамилией Каримов и убить его. Но что-то я не понимаю. И походу все-таки тот Дэйв приложил руку чуть-чуть, чтобы вскрыть Майкла от Тревора, мне так кажется. Но тем не менее. Интересно, что мы тут вообще делаем? Что будем, как мы будем выбираться отсюда? И что вообще делать-то надо? Чтобы проснуться. Ах ты сучка, давай. Все, давай. Хотя оденься хоть, не знаю, там что-нибудь. Чем-то реально за Элвизин напоминает, тоже какую-то больницу очутились странные, реально, тоже. Так это кто? Это что за клоун? You want to end up on the slab? Сейчас по стелсику мы его прям вырубим, вообще прям чётенько. Если получится, конечно. Отлично. Обыщите морг и найдите тело. А, то самое тело, вот почему, оказывается, он у нас, короче, это... вырубил-то, чтобы мы попали сюда, собственно говоря, и нашли тело, а так мы бы никак бы не попали в эту больницу. Вот Дэйв-то молодец, на самом деле, зря я назвал его сукиным сыном, да? Так что все у него хорошо. Да, собственно говоря, и начиная с этой миссии раскрывается слоумо Майкла, слоумо скрытности и всего. Так, давай-ка обыщем. Этот не похож. Это вообще мужик хоть? Наверное. Так, что у нас тут такое дальше? Это вообще какой-то негритянка вообще. Это женщина, что ты женщин-то обыскиваешь? Че, дурак, что ли, Майкл? I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. Что? The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Еще делать? Твою ж мать, а. Ладно, мы нашли, короче, что-то, что нужно нам для дела, и теперь просто выбираемся, сука. Просто так вот вырубаем. Так, что, все хп у меня отнимите, сученьки вы мои. Да ты охерел, мутило. Ну все, я тебе... Давай. Иди сюда, блин. Сюда иди. Не стреляй ты, сука ты. На, скотина, блин. Еще кто-то хочет? Да вы чё, охренели что ли совсем, а?
Давай-ка мы чуть восстановимся, наверное. Чуть-чуть, так сказать. Чё, кто это? Кто еще хочет? Да попробуй только стрельнуть. Подыхай, скотина ты моя. Отлично. Давай. Убираемся отсюда. Или куда нам идти-то надо? Давай. Что ты вообще хочешь сделать? Какой-то... Так, ладно, бежим. Быстрее. Так, аптечка. Ну, что делать-то надо? Куда бежать-то? Сюда. Сюда? Нет, нихера. Тогда наверх. Давай, подыхай. Да. Вот такие вот дела. Все, мы, конечно, сделали хорошо, но вот выбраться нормально так и не смогли. Еще чего-то мне вырубишь. Сюда идти надо, да? Давай. Нападайте, пацанва. Сейчас посмотрим, какие вы. Вообще прям разнесло. Че так много этажей-то, блин? Что, когда строил... Архитектор, когда строил этажи, он что, заснул, что ли? Что их так долго строил? Или отвлекся на что-то? Так, может, что-то в цветах есть? Нифига, в цветах есть цветы. Тут начинается самое, сука, сложное. Тут много открытого пространства, с которого на нас могут нападать, ты твою мать! Нет! Ни в коем случае мне нельзя убивать. Нападай, давай. Суки, они задолбали перемещаться все время. Давай. Ты что ж такое-то? Ты чуть... Хер такой умирать не хочет вообще. Ну давай, выпьем. Колы, выпей это. Выпей колы. Так, где-то тут находится, наверное, скорее всего. То, что нам нужно. Ну и где это? А, нам просто нужно выбежать, то есть, да? Понятно. Убегаем. Что это? Через окно. Просто через окно убегаем. Давай, из окна. Нахер из школы убегаем, из школы. Вот так я из школы вчера выпрыгивал, с уроков сбегал. Так. В таком виде на улице тебя, скорее всего, полиция поймает. Так что давай лучше-ка мы убежим. Давай, садись. Они уже тут как тут. 3 звездочки, да вы шутите? И звездочки мне дали. Ладно, давайте убегать. В принципе, тачка у нас быстрая. Давай. У нас вообще быстрая тачка. Давай. Кто ж ты прёшь-то, скотобаза, а?
Давай, давай, гидравлику, используй гидравлику. О. Тут нас они точно не найдут. Давай, 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 убегаем, убегаем от них. Отличное место, чтобы спрятаться. Да, миссия была реально такая напряженная, прям я даже два раза вообще проиграл, или один раз, я что-то вообще не помню. Но, тем не менее. Сука, он что, сюда что ли едет? Прячемся, прячемся. Вообще лучше продолжать движение, потому что, чтобы нас не обнаружили, так сказать, да? Давай, давай, продолжаем ехать, не останавливаемся. Все, отлично. Теперь звоним Франклину. Почему-то Франклин не звонит, не знаю почему. Hey, Mike. Yeah. Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, Alboro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Понятно. Так, нужно добраться до каких-то нефтяных вышек. Понятно. Поехали. Теперь Дэву звоню. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people. Сука, ты... That's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Ладно. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Ну да, вот такие вот дела. Майкл немножко разозлился, но потом понял всю ситуацию и так. Немножко скептически отнесся. Собственно, вот наша база будет. Вышки. Тут мы будем планировать очередные действия. И скоро у меня хорошая новость, будут миссии в кооперативе трех персонажей, это отлично. У нас ролик, давай смотреть. Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit. Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of a... An informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. The problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, oh, yeah, 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 even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's... Goodness, yeah. Hell walking on Earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look. I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin. You'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you,
I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Короче, вот такая вот херня, да, все. Все эти проблемы свалились на Майкла. Да, вот такие вот дела. 60% мы выполнили, короче, миссию. Смертник. Ну что же, все свалилось на Майкла, то есть его давние сделки с федералами, его возвращение Тревора, то есть еще ссоры с семьей, все на него свалилось, и теперь он вообще в полном дерьме, то есть, да, не повезло ему. И Франклин, как говорится, помогает ему как может, и, собственно, вот такие вот дела. Теперь мы обязаны работать и на Дэйва этого, и еще на его, как, на, короче, на его этого, дружбана какого-то из федерации, там все эти хероборы, все вот этой... Ну, такие вот, короче, дела. Но мы еще не скоро на ним начнем миссию. Так, ну сейчас у нас очередные миссии под Тревором, но мы пройдем их уже в следующей серии. Только я за него переключился, он уже начинает кого-то там всех... месить, там курсить и все прочее. Окей, сохраняемся. И следующая у нас миссия будет под Тревором. Окей, сохранились. Надеюсь, тебе понравилась эта миссия, мальчик пацанючек, и тебе, Димыч, Андрей, если вообще смотришь это видео. Надеюсь, в следующий раз ты будешь присутствовать при записи этого прохождения GTA 5, как ты и обещал. Ну что же, следующая миссия будет довольно интересной, у нас открылась миссия под Тревором, и еще пройдем миссию под Тревором и под Франклином. Ну а на этом все, с вами был я, Кирилл, это было прохождение GTA 5, 17 серия. Увидимся в следующей серии, удачи вам и пока. Говори, что тебе понравилось, что не понравилось, ставь мысленные лайки, мысленные комментарии.